Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас... Друзья, и отдельным видео пойдет у меня необыкновенно ароматный, просто... Знаете, я когда вошла в отдел чай, я сказала, вы знаете, у вас здесь аромат лучше, чем в отделе парфюмов. Так, показываю. Что это у нас? Я вам просто покажу. Аромат необыкновенный. И лимончиком пахнет, как помните, вы там, жестокий романс. И роза нам пахнет. Так у меня. И лимончиком пахнет. Вот такой чай. Так они его упаковывают, интересно. Ой, какая красота. Дальше. Сейчас еще. Это новый чай, который я взяла. Так. Вот еще. Это у меня Саусеп. Я его очень люблю. Я уже говорила и показывала. Говорит и показывает Москва. Вот, говорила и показывала Саусеп. Ой, какой аромат, боже мой. Так, что там у меня еще? И такой же, как первый, новенький, только в подарочной оберточке. На подарок. Ну, видите, раскрываю все свои тайны в своих видео. На подарок чай будет в золотой такой, в золотом таком пакетике. Ой, девочки, мальчики, это такой аромат, это такой аромат. Оу. И, наконец, самый прикольный, вернее, как, какой там чай, я не знаю. Он упакованный, и аромата я его не ощутила. Но распасовка импортная. Это уже говорит о многом. И такая многообещающая, потому что, ну, как сами знаете. Вот. Значит, как мне сказали... Как я тут читала, сейчас я без очков, тут и шоколадный аромат есть, в общем, разный аромат. Посмотрите, какой домик. Такой вот новогодний домик. Конечно, это на подарок, ну, конечно же, как же. Вот так все подарки уже заранее увидели. Какой хороший домик. Жестяночка. И вот такой чай. Я вам покажу, я не знаю, видите, не видите. Вот такой. Не знаю, что за чай. Ну, вот это видео о чае. Я люблю ароматный чай. Я люблю чай с ароматом ванили. Я обожаю Саусеп. И вот... Куда я их уже побросала? В общем, и тот чай, который я новенький купила, один на подарок, а один мне. Поэтому я его тоже попробую, но он, конечно, там аромат необыкновенный, вот прям лимончик и что-то еще, и много другого. Это фруктовый запах с акцентом на лимон. Необыкновенно приятный аромат. Буду пробовать. Все, пока-пока.